Всем привет. Я запорол первый дубль, уже все разложил. Ну и ладно. Значит, начнем обзорчик с того, что я привез с Питера. Труба моя с 27-й Honda. Сверленная. 4 отверстия в ней сделаны в общей сложности. Дуло хорошо, когда стояло вот на вот этом картере. Вот на вот этом. Работало просто отлично. Также охлаждение привез. Это вообще самое главное. Собственно, за этим я и ехал. Уже запаял его, пока сидел. Сегодня весь день ничего не делал. Вот, запаял. Тут снята часть кожуха для большего продува. Ну, хер его знает, короче. Перья приехали. Вот такие вот. Сразу видно, да? Но это брак. Они стоили 1300 за две штуки. Что хорошо очень даже по цене. С учетом того, что я и сам могу этот желобок проточить. Мне не сложно. Ну, картера я уже сказал. Дальше колокол сцепления. Почти зеркало. На камеру, кстати, выглядит намного хуже, чем в реальности, но вот ногтем даже эти зазубринки не чувствуются. Хотя их очень хорошо даже видно. Торки. Ну, торк-драйвер хондовский. Позолоченный. Ну, не знаю, но он вообще походит еще, да, нормальный. Желтые пружинки. Вот эти на сцепу, потом в торку сток стоит. Больше про него нечего сказать. Вот аккум заряжается, стоит. Сразу с охлаждением, потому что эта коробочка перекрывается. Дальше. Крышка бака. Аморт с китайца. По типу шторм, торнадо и так далее. Вот эти вот. У меня на такси стоит, по-моему, такой же. Или чуть поменьше, не помню. Вот такая вот балда. Гудок. Сейчас с него сыпется. Скорее всего, поставлю, потому что на такте у меня он вымирающий. Так, это у меня на картере стояло. Это у нас лепестковый клапан. Что по зазорам? Ну, ладно, походит еще. Второй, непонятно откуда взявшийся. Как, ёб твою мать, что с ним? Если у вас не едет мопед, вот почему. О, нормальные лепестки. Впуск на 27-ю. Будем восстанавливать 27-ю Хонду. Ну и перпеллер, что его показывать, обычный ушатанный школьниками перпеллер, крольчатка обдува. Так, на этом из запчастей все. В скором времени будет вилка на такта собираться, он там драйвер на кровати лежит, ждет, когда я туда засуну пирожки. Такс. А сегодня я поставлю кожухи. Проверю, правильно ли они работают. Хотя, что им не работать? Я все запаял. И, возможно, даже сегодня будет первый выезд. Ну, нужно накачать колесо. Вот. Такие кожухи. Ну, шо, ебать. На улице минус 30. Так что я его даже, наверное, пока не буду пытаться заводить. Сейчас надо поставить охлаждение, трубу, и уже там пытаться. Я вот зарядил аккум. Бля, все задубило. Все, старт прокрыт, нормально. Даже не прикрутился, нормально. В прошлом видосе уже было.
я показывал. Ух ты, ёбушки. Так. Показывал я, как головка вот эта меняется, ставил ее. Потом, ну, что-то там еще я делал, наверное, уже не помню нихера. Короче, сейчас откручиваю трубу, ставлю свою и накидываю кожухи обдува. Ну, а вы смотрите, как это происходит. Короче, вот старая труба. Сейчас надо чуть-чуть. Оп. Вот она, старая труба. Китай. Китай отсюда уходит. Китай здесь больше не стоит. Залетает туда вот эта труба. Это Япония родная, сток. Ну, немножко, как многие скажут, испорченная, но так мопед лучше ехал у меня. Че, сейчас ее поставлю, потом сразу после него охлаждение, покажу, как ставить, и все, будем запускать. Сейчас обсудим один интересный момент. Значит, труба уже стоит, вот. Ну, то есть на прокладке, на родной. Но я хочу проговорить про свою прокладку, которую я делал в одном из прошлых видео. Стояла она на китайской трубе. В общем, кто-то писал то, что
ну, так сказать, мои первые хейтеры писали то, что она выгорит. В общем, на ней следов пожара нету даже близко, это раз. Два, он стоит, блядь, в моторе, этот сальник. Он готов выдерживать температуры такие, которые ты в жизни никогда не вынесешь. И, ну, вообще, то есть, вот этому, этой резине по барабану, если ты ее будешь обжигать. А если обожжешь, она просто в пепел превратится и вылетит через выхлоп. Все, то есть, никакого вреда она не нанесет. С учетом того, что там внутри металл, она все так же будет герметична. То есть, ну, ничего плохого в таком нету. Но если это временное решение, опять же, не нужно так делать всегда. Но иногда, ну, чуть-чуть можно, короче, разрешаю. Так, все, трубу поставил. Там тоже. Сейчас кожухи накину. Уже покажу, как это выглядит, и начнем с вами заводить, потому что он без меня стоял на морозе 30 градусов, минус, естественно. Сколько? С 29 числа по 5, то есть с 29 по сегодня. Вот это первый раз я к нему прикоснулся за это все время. Так что сейчас этот гоблин оживет. Что касаемо у нас охлаждения, я его паял. Паял полностью, оно все убитое, в том числе вот это ухо. Вот не знаю, сходится оно или нет с тем ухом. Блять, надо это как-то убрать все. Ладно, уберу. В общем, из нюансов по установке, ну нет нюансов, блять. Ну, если ты не можешь догадаться, как закрутить, блять, один болт или два, насколько он у тебя там держится, это проблема, чувак. Также и со второй частью. Ну вот, только могу сказать, что вот это у меня всегда держалось вот здесь на одном, потому что второй, либо тут ухо отломано, и мне ее лень его паять, либо там ухо отломано, мне лень его паять. Нет, другую карту рассказать. В общем, вы поняли. А вот тут вторая половинка держится вот на этом месте. И вот там, сзади где-то. Бля, как бы вам показать-то? Если у меня, конечно, вон, видно, во. Все это в говне, конечно, но видно. Все, показал, молодец. Сейчас ставлю сами кожухи, и все, и уже заводим эту тварь. Tell you blowing your mind.
В общем, он завелся, а потом резко заглох. Я вон даже быстрый старт притащил, думал, что-то не так. Ну, типа, холодно. Сейчас так-то минус 20. Но я думаю, что просто свечу залило. Потому что у меня, оказывается, целую неделю был, блядь, краник открыт. Это вообще странно, то, что он так быстро завелся. Сейчас мы выкрутим добродушно свечечку. Такс. Кстати, охлаждение уже встало. Ну, хули ты течешь-то? О, блядь. Ах. Фу ты, гадость. Свечечку выкрутил и. Чувствую, что... Да, вот она. Так, ее положим в карман. Всю жижу прогнали. Сейчас должен запуститься. Как ни хрен делать. Так. Кстати, охлаждение ни хрена не встало. Надо будет немного с геометрией его поиграться, потому что стояло оно до этого на гиперудрочь мопеде одного моего знакомого. Поэтому сложно вообще хоть что-то тут думать насчет этого. Давай, опа, закрутили. Ну отпусти меня, иди спать. Так, еще раз нахуй. Ну, короче, что-то он пытается. Сейчас я вас на штатив кину и попробую еще раз. Да, для этого конфига нужно вот это отверстие нахрен заварить. Все остальные нормально будут. Ну, то есть сейчас он-то нормально заводится. Он. Ну-ка, давай. Ёбаный аккумулятор. Короче, провал у него появляется из-за этой трубы, вот, точнее из-за этого отверстия.
все остальное хорошо. Ну что получается, по техничке-то так тоже готов. Остается только стайлинг в виде непосредственно морды, то бишь вилки от вот этой вот Дио. Кстати, на эту Диуху у меня тоже есть планы уже. Снимаю с нее колено, ставлю на свой старый картер. В общем, буду собирать с нее тоже что-нибудь. Никуда она не денется. Продавать, блин, жалко просто. Ну все, так закончен официально. Остается только стайлинг, а это уже как за часть проекта я особо не считаю. Так что все, всем, кому понравилось, подписывайтесь, жмите лайки, хули нет. Все, всем удачи, всем пока.